Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Сарафан ТВ. 48-летняя Лера Кудрявцева порадовала поклонников уникальным снимком. Звезда впервые показала своих детей вместе. И это удивительно, так как разница между ними целых 28 лет. Ведущая программы «Секрет на миллион» поделилась редким фото. В кадре ее 29-летний сын Жан и годовалая дочь Мария. Дети были сфотографированы во время празднования первых именин Маши 9 августа в Болгарии. Старший брат заботливо обнимает маленькую девочку и что-то ей рассказывает. Малышка весело машет в камеру. «Сын и дочь» подписала фотографию Кудрявцева. Поклонникам очень понравился совместный снимок. Многие до сих пор не могут поверить, что у Леры такой взрослый сын. Цитата: «Он больше на брата Леры похож. Сын очень похож на вас, а дочь на папу», – писали они. А как считаете вы, на кого похожи дети Леры? Пишите в комментариях. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, подписывайтесь. Всего доброго!